А мы снова продолжаем, дорогие друзья. На этот раз наш пункт назначения, даже я не знаю, где мог быть, ля-ля-ля-ля-ля. А, я, честно говоря, не помню, по-моему, на Ива были, да? Вроде бы в последний раз. Чё-то давно я сюда не заходил. У нас здесь есть заданница. Почему нам говорят, что отсюда ближе? Не знаю. Ладно, попробуем проехать. Как бы там ни было, надо что-то сделать, и в данном случае это будет попытка пройти. Итак, мы все летим. Да, нагрузки здесь однозначно долговатые. Но мы долетели. И это главное. Ты чё это неуязвим? Совсем что ли охренел? Мы тут, можно сказать, бегаем. Летаем, а ты... Короче, ладно, давайте сразу к заданице. Лень ждать, пока мы доберемся. Кстати, что касаемо StarCraft, дорогие друзья, скоро он тоже будет, так что не волнуйтесь, просто пока на него нет времени. Ассистент, это ты? Показания энергии вексов зашкаливают. Посмотри, что там творится, и побыстрее. Хорошо, посмотрю. Главное, с тавексами расправиться. Тем более, что у меня там что-то было такое. Так. Аша, мы узнали, что вексы защищают какое-то устройство. Оно закачивает энергию в землю. Серьезно, эта хрень неуязвима? А почему у нее такой нехреновый уровень защиты? Малыш, да ты охренел. Чё за... Какого хрена? Твою же ж мать. Бамбалейла, мне рядом со мной не нужно. Пожалуйста, умирайте где-нибудь в отдалении от меня. Так. Так, вроде прошло нормально. Главное не давать этим сучкам меня разаннигилировать. Ну или вот так. Пошли вы, сучки. Ашер, мы нашли устройство, которое закачивает что-то в землю. Но тут появился разум вексов и забрал его. Разум забрал? Ага, просто... Раз, и его нет. Мы отслеживаем его. Как бы смешно, да? Разум появился, такой хлобысь, и забрал. Могу предположить, что вексы готовятся машинизировать этот спутник. Ну, конечно. А, да, смейтесь.
Вексы просто собираются преобразовать все планеты системы в шестеренки своей огромной машины. Они всего лишь хотят преобразовать всю материю этой Луны и живую и мертвую в структуры радиолярий. Ну, если на это так посмотреть. Уапс. Кого-то бомбануло. Ладно, охотится так охотится. Где эта мразь? Он должен быть где-то рядом. Например, вон там вдалеке. Оп-оп-оп-оп-оп, не так низко. А нет, как раз сюда. Допустим. Допустим. Ашер, мы проследили разум до синхропластины. Любопытно. Попробуй подключиться к общности вексов. Я разработал вирус, который может оказаться весьма полезным. Вирус? Ага. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Что-то мне кажется, что он ни хрена не знает. Но это хотя бы было прикольно. Черт, а этот-то чертяга живой. Ладно. Новая партия чувачков. Так, еще одна. Сразу несколько. Ладно. Разберемся по мере. Так. Вот эти вот летающие хренотени, ну вот вообще не помогают. Так, ты все-таки решил пойти против меня, да? Пошел. Просто пошел вон отсюда. Ну что ж, достроим разум вексов. Хрена там делают снайперы. Да-да-да, ты не уязвим, все дела. Так. Так это один хрен тебе не помогло. О, это красиво. Не кажется, или все разрушается? Ха! Я подключился к общности, но не могу заслать вирус. Разум вексов меня не пускает. О, возможно, тот самый, который стащил устройство. Мы его найдем. Хм. Ну ладно. Прыжать, чичек. Значит, я могу прыгать даже выше, чем я думаю, на раз. Ну, конечно. Кто бы мог подумать. Серьезно? Никакого урона?
Да вы прикалываетесь. О, май гад. Это будет надолго. Особенно учитывая этих мразей мелких. Воу! Это было больно. Я не ожидал, что я помру. Так, ну учитывая, что с пистолета мы наносим максимум дамага. С него, наверное, и будем бомбовелить. По сведениям общности, разум готовится начать какую-то заразную оборону. Мать моя. Так, надо эту хрень раздамажить до того, как этот разум пролетит. Вот как своевременно. Это он утырок-то, а? Так. На вас двоих тратить я смысла не вижу. Гранатки мы не покидаем. Не крутись же ты, мразь. Ашер, мы разрушили их разум. Да-да. А теперь возвращайтесь на твердую землю, пока вексы не перестроили протоколы мышления. Эти платформы вот-вот исчезнут. Ну да, не хотелось бы. Видите, вправду сейчас исчезнут, да? Я только что потерял связь с общностью, но мне все-таки удалось выпустить вирус. Думаю, такое положение дел покажется вексам весьма неприятным. Звучит не слишком зловеще. Точно. Пусть эксперимент идет своим чередом. Попасть теперь туда нельзя. Да и, собственно, незачем, потому что... Ну, как бы, это уже не для нас. Все дела. Так, а здесь что у нас интересного? Какие-то фишечки. Где-то здесь я видел пещеру. Так, это определенная пещера, вот только она никуда не ведет. Ну ладно. Так, в принципе, нам можно возвращаться и по всяким интересным крутым фишечкам прогнаться. Например, вот здесь вот, по-моему, ничего нету, да? Да. В темный лес, кстати, можно сгонять. Так. На Нессе, по-моему, можно... Можно, нельзя. На Нессе нам пока не открыли. Значит, на Титане есть. Да, на Титане есть 220. У нас 230, так что мы потянем, заодно как раз оружие прокачаем.
Не туда немножко переместился, сейчас придется немножечко пробежаться, буквально чуточку, ребят, но я же думаю, вы понимаете. Так. Немножечко свободы на Титане не помешало бы. Просто нам нужно забрать плюшечки. Кстати говоря, в предметах покопаться, может, мы что-то выполнили. Завершайте открытые мероприятия на ИО, как я могу концентрироваться на работе, все дела там. Типа, если все хреново. Ну да. Отстаньте от меня, малыши. Чего вы хотите? Чего вам надобно? Так, кажется, вот в эту дверь мне надо войти, да? Ну, что-то такое я припоминаю. Привет. Круто. Да. Можешь идти. Ты, в принципе, знаешь, что я могу идти? Я даже не против. Так, здесь никого нету. Все, значит, пойдем по заданию. Оружие у нас, кстати, говнецо немножко. Но есть более хорошее, правда говоря. С другой стороны, стоит ли его надевать? Вот это, конечно, вопрос. Та-да-да-да-да-да. Быстро пробегаем и бежим на задание. Потому что нам это что? Правильно, нам это важно. Только не по бочку, а на обычное нормальное такое задание. Ну, то есть она тоже, конечно, по бочку, но та, что была совсем сбоку, еще хуже. Враг моего врага, мой еще больше враг. Отлично. Слоун тебя проинформировала? Идем в центр управления, зачищаем его от падших и возвращаемся. Так точно. Разведка докладывает, что там один командир и его команда. Обычная для тебя работа. По-моему, я это уже выполнял. Или мне казалось. Ладно, пройдемся. Найти центр управления. В первый раз, что ли. Так, на самом деле срочно нужно найти обычное оружие. Привет! Вы меня искали, наверное, да? А я типа вам не понравился. Но я никому не нравлюсь, поэтому все ок. Привет. Энергетический спектр этого барьера такой же, как у того прислужника. Может, это и совпадение? Прислужник, давай ты умрешь. Пожалуйста. Почему ты меня не атакуешь?
Ну и ладно. Это не совпадение. Они ловят нас с помощью прислужников. Я точно помню эту миссию. Так. Да, так будет намного лучше. Почему они все на меня не... как не агрятся? Чё за фигня? Понял, почему я ее недавно проходил. Потому что я за основного перса не так давно ее проходил. Все. Ок. Вопрос закрыт. Ну чё, готовы повеселиться, ребят? Похоже, им нужны были данные, а не управление. Подключаюсь к их системам. Я лично готов. Серьезно, чё они у неё не агрятся? Я чё-то ни черта не понимаю. Ну-ка. Ребят. Эй, я тут. Чё за фигня? Не, ну серьезно, ребят, чё-то я чё-то ни хрена не понимаю. В чём прикол? Где это скучно так проходить? Ощущение, как будто они меня не видят, типа у меня анвиз противников. Но, блядь, я даже сматерился, простите, у меня его нету. Короче, я вообще ни хрена не понимаю, что происходит. У нас есть все, что есть у падших. Вперед! Почему вы меня не атакуете, черти? Я ж типа плохой чувак. Все дела, я же вас убиваю. Короче, какой-то баг. Но я не врубаюсь, что за баг. Это еще что за хрень? Похоже, падшие хотели закрыть ее на цепь. Похвально, ребята. Но я сомневаюсь, что это поможет нам победить улей. Ну и ладно. Надо как-то выйти отсюда. Я смогу открыть, а ты задержи врагов. Серьезно, вы просто стоите, ребят.
Блин, а вот здесь-то готов. Два больших. Вперед! Да с рыцарь, ты хоть? Нет? Ну ладно. Так, рабы. Рабов ничего, жопка, я вам скажу. Долетел. Если мне надо скрыться, то в принципе я от них уже давно скрылся. Когда... О, мы внутри. Надеюсь, эти данные того стоят. Стоят. А пока вы обезопасили наш центр еще на один день. Хорошо подмечено, сэр. Приходи в любое время, страж. Мы тебя выслушаем. Окей, ну надеюсь, что меня будут хотя бы атаковать. Так, давайте попробуем сдохнуть. Ну, чисто ради интереса, потому что такое ощущение, что это имеет смысл. Так, надо найти хоть кого-то. Вообще пофиг кого. Так, ну вот эти по мне атакуют. Странно. Короче, ни хрена не понял, что произошло и почему так, но... Окей. Так, что по карте, что у нас рядом? Рядом у нас вот здесь вот сундук. Давайте проходим. Сундук где-то вон там. Ну, мы хотя бы алкан нашли. Тоже что-то. А вот и сундук. Так. А, вот и оружие, на которое можно поменять. Неплохо, неплохо. Так, 20 уровень, у меня 21. В чем проблема? А, ну да. Можно носить только одну шмотку. Так, быстренько перемещаемся. Надеюсь, что быстренько. Так. Поговорим со Слоун. С возвращением. Я показала Холидей твои данные. Она говорит, что на этой посудине находится метановый реактор, сохранившийся с Золотого века. Ты восстановила волновые генераторы, и пока что их хватает. Но чем больше подключаем систем, тем больше надо энергии. Если ты найдешь этот реактор, энергии хватит с лихвой. И кто знает... Может, мы даже сумеем немного отдохнуть. Короче говоря, вам опять нужна моя помощь. Согласно данным конфискованному Патши, где-то на заброшенной платформе находится функционирующий метановый реактор. Если вы сможете найти его, словно удастся предотвратить перебой энергии. Найдите метановый реактор, выключите его. Окей. Окей. Так. Ну, хотя бы так. Можно даже так. Все будет хорошо. Обязательно. Где новое поручение? Опять же, где-то в жопе. Ладно, бежим в жопу. Ну, если по мне атакуют, да. Все ок.
Меня атакуют враги. Враги империи. Так, ладно, бежим. Тут бежать-то. Чё, кого? Недолго. Ощущение, как будто они под каким-то заклинанием были. Но это невозможно. Скорее всего, это просто какой-то непонятный для меня пока что баг игры. Потому что чисто внешне все было то же самое. Так. Ладно. Благодаря добытым вами данным, Холидей определила позиции двух терминалов во вспомогательной системе реактора. Похоже, они неисправны. Вам нужно пробраться туда и замкнуть питание. Это устранит шум и восстановит основные системы. Ну, окей. Полагаю. Вот этого он не ожидал. Чувак, я сзади. Да-да, именно здесь. Выключаем и включаем. Теперь ищем второй. Ладно, бежим ко второму. А, ну вот теперь вы на меня набрасываетесь. Ну, фишку какую-то нашел. Падшие зависят от своих прислужников, которые снабжают их субстанцией под названием эфир. Но из этого выскребли весь эфир. Прям весь эфир выскребли? Ох, какие нехорошие падшие. Ладно, кого я обманываю, мне плевать. Давайте просто найдем всех и убьем. Я же не хотел по мне попасть, правильно? Впрочем, какая мне разница? Мне главное, что вы будете мертвы, ребят. Так, второй, по-моему, находится вон там, вот-вот-вот, в самой вот этой вот хренотени. Ты еще на что-то способен? Ну и ладно. Второй есть. Стоп. Устройство, требующее нескольких активаций... Кажется, ох, они очень мать опасны. Твою. Разве нет? А я сказала, что реактор не опасен. А я-то думал, мы тебе нравимся. Люди, которые нравятся Слоун, часто попадают под перекрестный огонь на невыгодных позициях. Спросите, откуда я знаю. Я уверена, что вы увернетесь, командир. Мы определили местоположение загрузочной консоли реактора. А теперь взрыв. Почему мне кажется, что ничего хорошего нас не ждет, а? Найти терминал, реактор. Да как вы со мной умеете разговаривать после того, что вы вообще сделали? Засранцы. Так, ничего в солярии нету. Короче, сейчас посмотрим, куда мы идем. Дорождение, как всегда, ограничено. Хотя, толком на мелочевке их ограничивать. Ну и ладно. Твою-то маму. Ну-ка, ребят, побазарьте там как-нибудь вдвоем между друг другом.
Ох, еще и ты здесь, кусок дерьма. А тебя мне как убить? Называется хрен его знает, да? Я понял. Так, да понял, я понял. О-оу. Окей. Прямо тебе в желудочек. Ауч. Вообще-то было больно. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас рука, нога, по идее, вырубится, но... Да вырубись ты, мать твою. Ладно. Ладно, ладно. Ну почему? Каждый раз это дерьмо происходит именно со мной. Так, ну умирай ты, мать твою. Блин. Слишком тупой страж для этой миссии. Ну ладно, хоть оружие взяли, точнее шлем. Так, только теперь все будет еще хуже, у нас нету супероружия. Так, ладно. Надо что-то придумать. Да, оу, эти твари могут вот так делать. То есть не зря я по ним шиганул так сразу, да? Ладно, что-то здесь пошло не так, ля-ля-ля-ля-ля. Вы ничего не видели, ребят, все, все окей. Вы ничего не видели, ля-ля-ля-ля-ля. Надо избавиться от больших дядек. Ладно, они вообще ничего не снесли, серьезно. Че ты вообще на меня вышел? Ладно, благо у них. А, ну, в принципе, ладно. Ну, не против, сражайтесь там. Друг с другом. Я пока мелочевку пристреляю. Не, просто если меня кто-то спросит, нахрена я все это делаю, ну как вам сказать, ребят? Я просто хочу получить максимальный опыт. То есть, в принципе-то мне не надо их убивать. Но кому-то из чуваков определенно достанется. И почему это должен быть определенный я, правильно?
Да ладно! Хрена ты меткий! Да нечестно! Это первые такие прям глобальные смерти за все время веселья в Destiny 2. Блин, самое смешное, что когда я проходил это со своим нормальным персом, я вообще не умирал. Ну, то есть мне просто похрену было. Пошел нахрен. Так, ладно. Давайте медленно, не спеша уничтожать их. Сначала малыша. Ай-яй-яй-яй, больно. Ну, в принципе, все это так. Просто вся проблема в том, что вот эта злюка очень больно бьется. Фиолетовая шмоточка. Так, надо выбить ему ногу. Серьезно? Пошел ты, мразота. Да, вот так надо было с самого начала, грёбаного, что было начало. Что это было, блин? Вы что, шутите, что ли, ребят? Серьезно? И сейчас трэш еще в том, что у меня теперь и оружия нету. Да мать твою. Ну ладно, оружие собрать не так сложно, как кажется. Отстаньте от меня. Надо завязывать, перезаряжаться. Так. Ладно, минус эти, ребята. Минус здоровье, что сделаем. Так, малявочку. Скорее всего, сможем убить. Со здоровяком они там пока подцапаются. Мне хоть шмоточку дали, не. Я только за. Так, здоровяк. Ну-ка, не бузи. Так,
Он сдох, к нему больше не подходим. Хорошо. И остался здоровяк по центру. И, видимо, большая злюка сзади меня. Так, ну с раздоровяком мы, в принципе... А так? Шикарненько. Плюс два оружия, круто. Шикос. Шикос. Да, вон эта засранка. Видите ее? Если вы нет, то я да. Вон он. Большой срань. Так-то лучше. Бежим. Осталось совсем немножко. Ведь так, я надеюсь. А то будет обидно. Прости, пылесосик. Прости. Блин, меня наказали за то, что я убил пылесоса, и теперь я не могу возрождаться. Да что за честь... Хрена честь. Ух. Всего один вопрос, а почему они работают вместе? Почему падшие с ульем вместе? Нет, ну, серьезно. Я немножко не вместе. Я запутался. Ладно, будем просто убивать всех подряд. Какая разница, кого? Кстати, нам ждали новое оружие. Дробовичок. Да будет хорошо. Так, что же это за яичко? Эти коконы улья отличаются от тех, что мы видели раньше. Может, другой выводок? Или другое поколение? И мерзко, и непонятно. Ха, защитные протоколы золотой эпохи, и они до сих пор работают. И что же мне делать? Попробуй все взломать. Эй, смотрите-ка, это же капитан. И он, судя по всему, застрял. Какая жадность. Не отвлекайся на него. Разбуди реактор. Эй. Без малыша, видимо, у меня нету света в виде фонарика. Ну что ты от меня хочешь? Отстань, чувак. Это ж та маленькая мразь, которая нас заперла. Точнее, не дала пройти с собой. Ладно, с тобой еще поиграемся попозже. А пока я займусь настоящим дерьмом, которое тебе не под силу. Я не нарочно освободил капитана.
Какого? Вот ты мразь-то, а? Сучка. Мы он опять от нас смылся. Я вижу реактор на тепловых сканах. Ясно и четко. Молодец, страж. Теперь нужно только добраться до него раньше падших. Проще простого, да? Опять. Блин. Так далеко переться. Ладно, что-нибудь придумаю. Ну а на сегодня, я думаю, наверное, всем пора сказать пока. Пока, мои дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Было очень весело. С кем с нами, не знаю. Но спасибо большое, что были, смотрели, видели. В общем, всем пока.